В этом обзоре Manfield 453 DBK. Это стеклокерамическая варочная панель, о которой стоит говорить. Эта панель подойдет абсолютно к любой кухне, начиная с ее размера и заканчивая функционалом. Всего три конфорки, одна из них с увеличением. Итак, мощность самой большой от 1000 с увеличением до 2000 Вт. Мощность еще одной дополнительной 1800 и самой маленькой 1200 Вт. Управляются конфорки с помощью сенсорных элементов управления. Там же идет и индикация нагрева от 0 до 9. Регулировать мощность можно с помощью ползунка, что является большим преимуществом среди других аналогичных моделей. Также вы можете дополнительно подключать секцию на двухсекционной конфорке. Все конфорки нагреваются от 3 до 7 секунд благодаря особой технологии Highlight, что позволяет им быстро нагреваться и долго остывать, а это здорово экономит ваши деньги. Кстати, о нагреве. Данная варочная панель оснащена индикатором остаточного тепла, который просигнализирует, какую же из конфорок после отключения еще можно использовать. В панели предусмотрен таймер от 1 до 99 минут и два варианта выбора шага, либо в 1 минуту, либо в 10 минут. Панель защищена как эстетически, так и технически. Эстетически благодаря особому стеклу, жаропрочному и износостойкому. Ну а технически в случае попадания влаги на поверхность панель автоматически отключится. И в случае, если панель будет подключена неправильно, она просто не даст активировать все элементы управления. Ну а чтобы все это классическое сочетание техники и стиля работало долгие годы, предусмотрена функция автоотключения в случае перегрева. Manfield 453 DBK. Это панель для тех, кто любит стиль, качество, комфорт и эргономичность. Мы всегда рядом. Manfield. Готовьте с удовольствием.